Выходим из города Измир. До свидания. Смотрите, здесь какие песчаные пляжики милые, где местные отдыхают. Сегодня же воскресенье. Как раз они отдыхают. Высотные здания стоят. По данным Александра, здесь минимально 5 миллионов человек. На пляже, да. В городе живет. Такой большой-большой город. Он еще высотки. И много кораблей, кстати, утром приходят. Так подозреваем, что корабли рыбацкие. Измир, бай-бай.